ребята, мы в Анапе, в Витязеве, и очень интересный, классный пляж Тортуга, очень знаменитый, он прям славится своими большими песками, в принципе, как в целом Анапа. Сейчас вот вам покажем здесь, посмотрите, что здесь есть. Ну что сказать, пляжи Анапы мы влюбились в далеком 2017 году, когда первый раз полетели на самолете с нашими маленькими детьми. Тогда Родиончику было всего лишь 3 месяца. Тогда мы остановились в поселке Джимите, что тоже недалеко от Анапы, и жили в гостевом доме «Волна». Тогда из-за своих незнаний мы промазали с отдаленностью до пляжа, и ходить нам приходилось по этой жаре очень много и очень долго. Но это не мешало нам наслаждаться этим потрясающим песочком, потрясающим морем. Дети кайфовали, а мы еще кайфовали от постоянных, каждодневных катаний на квадроциклах. И тогда мы влюбились по-настоящему в пляже Анапы. И вот мы снова тут, только на своей машине, и остановились в Витязево. В общем, останавливаемся мы, как это называется? Жасмин. В Витязеве, гостевой дом Жасмин. Вот. В воскресенье поедем уже точно в Крым. Вот наш новый дом. Витязево. Очень интересный факт, что здесь идет очень много греков, и все постройки сделаны в греческом стиле, представляете? Видите, везде такие колонны. Мы пришли на главный центральный пляж Витязева. Вот здесь и гадалки, и другие всякие попрошаек очень много. Да нигде такого я не видела, честно говоря. Негры тоже на фотографии работают. Сейчас давайте поговорим о самом знаменитом пляже Тортуга. Он располагается в поселке Витязево, в начале Витязевской косы. Береговая линия Витязева довольно протяженная, около 3 километров. Пляжи плавно переходят один в другой. Никаких препятствий к посещению здесь нет. Частенько возле данных пляжей можно увидеть дельфинов, так как море здесь очень и очень чистое. Мы отдыхали не на самом пляже Тортуга, а на следующем. Называется он Дикий. А следующий пляж – это пляж Нудистский. В общем, на этот пляж ходят автобусы, поэтому можно смело приезжать и наслаждаться пустотой широкой пляжа, великолепным песчано-ракушечным пляжем и очень чистым морем и очень классным заходом в море. А также к этим пляжам абсолютно свободный подъезд и бесплатная огромная парковка, на которой паркуйся где хочешь. Также в Витязево есть небольшой развлекательный парк, где есть аттракционы для маленьких детей и также для взрослых. Давайте посмотрим. Готов, Тёмка? Да! Полетишь? Да! А ему и так достаточно. Ой, Вадик, лети. Ты готов? Да. Точно? Что касается гостевого дома, Жасмин нам, конечно, очень понравилось, и хозяины большие молодцы, очень гостеприимные. В общем, мы рекомендуем, ссылочка контактов в описании. Мы едем на квадроциклах! На квадроцикле, да, собственно.
Ну, как вы поняли, и в этом году мы не упустили такой возможности покататься и насладиться прогулками на квадроциклах по этим пустынным песочкам Анапы. Для тех, кто будет в Анапе, обязательно это сделайте. Эмоции потрясающие. Пришли на центральный пляж Витязева. Конечно, видите, как забит. Проводим закат. Мы по-настоящему считаем, что пляжи Анапы и Витязева — это самые классные пляжи для отдыха с детьми. Ну, сами посмотрите. Thank you.